Что посмотри, вторая попытка. Права все, у всех есть? Все сдали на права за это время? Нормально, нормально. Нормально, поехали. Жека, давай быстрее. Игорь, сейчас будем боком наваливать, давай. Сейчас, подожди, подожди, нужно этот... Опять коленвал, слушай, Петро, сейчас, подожди. Ты только не держи нас, я знаю то, что ты силач. Игорь, что ты там делаешь? Так, давай! Все, сбрасывай груз, давай, залезай. Молодец. Так, кто там что-то про права говорил? В смысле, все нормально у нас, я как бы держусь за руль. Давай! Давай! У тебя, я вижу, все нормально, у меня тут, видишь, небольшие проблемы. Пацаны, мы немного остановились на месте, надо вперед двигаться. Пошел. А теперь резкий назад! Какой назад, дебил? Резкий назад! Неожиданный поворот! Не надо никакие резкие назад! Неожиданный поворот событий! Я так и знал, что... Я вас спасу, я... Что же происходит? Со второго раза мы так же не сдам на права, придурок! Игорь, держи! Игорь, держи! Форсаж, мы справимся, ребята! После форсажа же машины летают, здесь они тоже будут летать. Я зацепил... Нет, я не зацепился. Я зацепился. Все нормально, Жека, мы спасли машину. Пока я держу машину, вам нужно ставить лайки прямо сейчас, потому что мне руку оторвет, если вы не поставите лайки. Так, давай. Ты. Да не. Предатель! Если вам нравится престижного Майнкрафта, ставьте лайкусики прямо сейчас, пока я держу машину. Да не надо! Жека, ты лучше помогай, не пихай ее обратно. Я тебе помогаю. Так, ты мне помогаешь, ага. Так будет лучше для всех. Да. Да. Ну хорошо, пускай. И что дальше? Она и так не едет. Подожди. Нет. Давай не в этот раз. Собака. Все. Мы от него избавились. Толкай Камаху. Сейчас я тебе жопу надеру. Поехали, пацаны, поехали. Че, пацаны, ебой, опять ебой. 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 Запускай шарманку. О, смотрите, глаз. Там глаз. Там глаз, пацаны. Как? Бомжо, давай. Да ты не меня. Дебил, я чуть не умер! Я бью глаз, пацаны, бейте глаз! Пацаны, кому глотку порать? Я тоже бью глаз, Игорь, давай! Нет! Бей, давай, завалили его, давай, вали его! Почему я всегда умираю первым, а? Я выберу, Игорь! Сейчас как он меня, он ушатал меня, Нет, не трогай! Игорь! Жека, отомсти за нас, Жека! Я его не трогай, Игоря! Я его мясорубку, пацаны! Игорь, я где-то там же! Давай! Кому-то хрень! Кому-то хрень на этот раз, Жеке! Глаз победил! Что за фигня? Пацаны, надо 3-1, понимаете? Со всех сторон по глазу! Так, короче, смотрите, да, мы нападаем втроем на глаз и бьем ему в глаз! Пацаны, я заспавился возле глаза, я убегаю, если что, до свидания. Я иду к тебе. Не, а я убегаю. Да? Я за тобой, Эдисон, помоги! Он что, за нами? Да. Глаз, ах ты говно! Эдисон, давай тут постоим. Жека, объясни мне, пожалуйста, как бить по голове. Слушай, этот глаз вообще дебил! Убейте его! Он меня, знаете, как он меня с двухи прописал, короче? Я тоже... Я не знал то, что так... Глаз висит, пацаны. Пацаны, я просто бежал. Подо мной все разрушилось. Вы видели, как он подпрыгнул? Он выжил! Вы видели, как он выпрыгнул? Смотри! Что происходит вообще? Как он это делает? Ой-ой-ой, не, я такую карту не люблю. Я что-то... Я держи меня! Всем понадаю, всем! Ой, меня бы скидывают! Паскуда, пошел сраку! На, собака, на! Меня глаз бьет! Да как матушку вашу! Зашибись, глаз опять. Отстань от меня! Мне щекотно! Мудри, он, короче, на хамите лёпается, меня грызет. Я не понимаю, что у вас там за проблемы, но у меня один парень усиками щекочет, поэтому мне как-то делаете. Ну я уже отпустился, я уже умер, я лучше умру. Усиками щекотал меня. Усиками щекотал. Усиками? О, он опять победил. Мудри, он вылез еще. Как он это? Я не понимаю, это же проклятый читер. Ах ты сволочь! Паскуда! Паскудник! Давайте, запускайте! Заново это все. Пацаны, мне кажется, нас поимели.
Господи. А мне еще и засос оставили. Эйсон, слишком много вырезать просто. Я боюсь, я не это. Эйсон, извини, но я ничего вырезать не буду. А, ну значит ты мне больше не будешь другом. Твой язык, твой враг. Слово не воробей. С тобой страшно дружить, Эйсон. С тобой страшно дружить. Птица не соловей, я согласен. Да, птица не соловей, фарш не. Фарш не. Фарш не мясо, да. Фарш не корова. Так, слышите? А что? Да подожди, а что, что? Давайте бабульку, давайте бабульку! Бабуля! Бабулька! Скидываем ее! Опа! Ой! Ой, я ее скину, нет, не скину. Подожди! Да не меня! Да как эту бабку зацепить? Ты что, дура, делаешь? Короче, она из маршрутки, все бабки из маршрутки. Ты что делаешь, Эдисон? Зачем ты бьешь стену, Эдисон? Тут бабка передо мной стоит. Нет, бабка возле нас стоит. Нет, вот бабка передо мной, вот я на ней лежу. Игорь, ну нормально, видишь, еще вырезать придется, что ты на бабках лежишь, да? Пацаны, у меня три бабки! Три бабки! Офигеть, тут команда из бабки! Новые русские бабки, Зачем вы меня ударили, у меня такой вопрос? Отпустите меня, Игорь, что ты меня поднимаешь, руку мою держишь в воздухе, отпусти! Я не могу ничего, опа! Игорь, опа. Пацаны, а как выкидывать, я не могу понять. Короче, shift, поднимаешь, а дальше надо что-то придумать. Да, вот дальше как? Алло, ты что делаешь? Вот так! Вот так берёшь! Ты что делаешь, Эдисон? Это, в смысле? Что происходит? Меня хомяк какой-то бьёт, это не очень круто, где его? В смысле, не очень круто, я чувака выбросил. Ты меня убил как бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ты был? Да. Пацаны, а ты между собой вообще месяца, по-моему, просто три русские бабки месяца. Мы выживаем. Жека, я не хотел. Так вот, да ты... Пацаны, меня бабки атакуют, Игорь, спаси, пожалуйста. Меня укокошило. Ты шо, старая корга, пошла! Она меня за шкирку, слышь? Ты смотри, как мне ракурс, я не хочу за этим дебилом наблюдать. Смотри, он на меня на прогиб нахрен бросила! Игорь, спаси, пожалуйста, безумная бабуля какая-то! На-на-на-на-на-на! Смотри, она... Как она с головы? Она мне вот так вот с головы прыгает! Там наверху сидит динозавр, он вообще просто прятался, ничего не делает. Она двоих вырубила просто. Ну иди сюда, говно. Да динозавра. Он динозавр, а ну иди сюда, говно, я сейчас с ним разберусь, подожди. Давай. Мне бабка эта жестокая попалась. Я здесь шериф, говно, а ну подходи сюда. Шериф, говно, приятно познакомиться. А как он домовой так делает? Он меня с двух ног упорол, пацаны. Шериф, говно. А хочет посмотреть на него? Это что делает, а? Шериф, говно, давай! Да как? Ты умер, Эдисон? Да, меня бабка ушатала. Игорь, когда это реально как будто, блин, не знаю, с 1 января, короче. Так, сейчас, подожди. Как? Игорь, реально, пусти меня, говно. Игорь, похмелье, не... О, опа. Давай, Игорь. Да убей. Чё тебя... Головы прописал мне! Подождите, я походу... Как он назад выбросил тебя? Реально на прогиб просто! Это еще один глаз, короче, я понял. Минус два сразу, с одного удара. Всё, бабки хрень. Бабки хрень. Бабка слепая, ничего не видит, очки поломались. Воу, смотри, какой у неё. Бабка... Он еще и проиграл. Ой, значит, бабки не хрень. Такое ощущение, что они с маршрутки могут выбежать, меня догнать, отпинать еще. Уступи мне место! Конечно! Они живее, чем я выгляжу. Эдисон, три! Бей бабку, Эдисон, она меня убьет сейчас! Эдисон, пожалуйста! Да меня, ты подожди, ты где? Все, меня убили. А ты где? А Игорь где? Меня бабки убили. Я пытаюсь забраться наверх. Я висю, так, у меня тоже... Почему я убираю в самом начале раунда? А как карабкаться? Как карабкаться? А где ты вообще? Да как они меня так вырубают, а? Ядрить, колотить! Бери бабку с собой и падай, короче. А ты говно, давай. Смотри, она меня с головой... Игорь, здорово! Подожди,
тебя еще и бабки. А бабки в команде, бабки в команде. Понятно, они же бабки. Так, подожди, он сам что-то тут, у меня сам персонаж ходит, короче, я не понимаю, что происходит. А, ой, Игорь, ой. Я не понимаю, где вы вообще, я вижу только двух бабок. Смотри, она на руку, она сальто сделала. Капец, бабки-то, конечно, видели, что я бабки под юбкой, пацаны. Как они головой дерутся, не могу понять. Может, а в управлении можно что-то посмотреть? Я что-то вообще не могу понять. Ребята, напишите в комментариях, пожалуйста. Реально, как голову будет драться? А как? Ты подожди, я уже третий раунд подряд сам начально умираю. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Идите в сраку, короче, я пошел отсюда. Опять эта бабка, которая выигрывает все время! Вы можете меня помочь, а то на меня соседки падают. Я наверху. Как это такое вообще? Что? Меня игра не любит, я просто ничего делать не могу. Эйс, ну блин! Я тут плавляюсь пока хорошо. Я застрял, Эйс. Так как Жека! Я иду! Бей, держи! Сейчас я возьму ее, как возьму. Давайте разберитесь, как бить голову. Да как? Да смотри, он меня с одного удара! Подожди, Эдисон, я его пытаюсь Эдисон. Выкинуть. Эдисон, как давай, как бить головой, Эдисон. Я не понимаю. Эдисон, физрук опять перечислил. Слышь, ты красный. Там... Ты можешь по нему хоть раз попасть. Во! Сразу! Держись, бери его, бери его! Выкидывай его на... Как его... Как его обратно... Да не меня! Поймал, чисто захубил. Давай, короче, берем его, и нахрен выкидываем отсюда. Я сейчас сам вам! Жека, держись! Жека, держись! Так, мы его убили? Мы всех убили, подожди, нужно проверить точно, чтобы всех убили или нет. А я? Да. Может мы попадем по друг другу хотя бы? Я прыжками накормлю, падла, давай! Я смотрю на это со стороны, да так смешно. Нет! Да собака! Сачка! Го! Ненормально, жива. Да, по челюхе. Эйсон, ты как это делаешь? Пошел ты сраку, ай-яй-яй-яй-яй-яй, вытащи меня. Да как? Ты это делаешь, объясни мне. Может, ты уже упадешь туда вниз? Собака, да, вытащи меня. Давай. Сейчас тебя вытащу нахрен. Я тебя сейчас вытащу нахрен. Сейчас только встану, подожди. Да как прыгать? Как прыгать? Пошел отсюда! Моя точка! На! Вот так вот. Как он? Как он? Эдисон просто физрук. Только попробуй это сделать! Как ты так запрыгиваешь? Пошел нахрен отсюда! Во, почти! Да шо ты, куда ты убегаешь? Пацаны, я просто пьяный. Я отошел от шандарака. Почему именно тогда, когда тебя скинул, она не открывается? Я предлагаю закончить, никогда сюда больше не возвращаться. Это проклятое место. Поэтому что. Нет, мы научимся и побьемся когда-нибудь. Нет. Да, если вы хотите, чтобы мы обучились кунг-фу. Да. Лайки, как. Да, кунг-фу. Нет, я сюда никогда не вернусь, что вы мне мозги пудрите. Ставьте лайки! Будет технику бокса! Будет много лайков! Будет много лайков, будет много серий, обещаем, наверное. Вот если лайк поставите, будет все хорошо. Если нет, то ой-ой-ой, что будет тогда, пацаны? Тогда будет жопа, а еще нужно жопа! Подписаться на все наши три канала, которые есть в описании. Мы крутые, жесткие вообще подписываемся. Заходите в наши инстаграмы, самые лучшие инстаграмы в мире, которые тоже есть в описании. Спасибо! Спасибо! До свидания, короче, всем пока! Пока! Я